Подожди, подожди, подожди. Только не говори, что ты сейчас бежишь без меня. Ну... Ну что же, всем привет, дорогие друзья, я Лоу-Лошка, и добро пожаловать в The Escapist! Привет, Дима! Всем привет, друзья, находимся мы в пустыне смерти. Да, вот такая вот карта прямо перед вами, и мы на самом деле не в пустыне, а на корабле, который пришвартован к пустыням, и с этого всего надо как-то сбежать, на самом деле непонятно, типа слева вода, справа песок. И, кстати, да, я забыл тебе сказать, меня уволили. А ну-ка, взял быстро и устроился на работу, а пока ты подаешь заявку, я покажу предыдущую серию, как ты нашел гидроцикл. Да, а прокомментирую это я. Вот такой гидроцикл, и на некоторых картах можно сбежать вдвоем, а на некоторых картах в одного, и только в одного. Поэтому непонятно, типа, как мы сбежим или не сбежим. Короче, я опять показываю свой экран, и зрители видят, что нам нужен только бирюзовый ключик, и все, Рома. Да, окей, понимаешь, окей. Что это значит? Я тебя понял, я тебя принял. Сейчас надо поработать, и я опять не успел. Ну что за хрень-то, ё-моё? Тебя опять уволили. Да плевать, короче, в жопу их. 130 монет. Все, я не пойду на эту тупую работу. Нам не надо никаких подпорок. Все, Дима, забей. Нам это правда хорошо, не надо. Хорошо, я забил. Обыскивай продавцов и покупай, пожалуйста, мастики, потому что они нам нужны для крафта ключей. Так, понял. Мастика. Здесь не продается, здесь. А, черт, ну зачем вы начали драться? Причем два продавца. Тупые вы дураки. Ладно. Посмотрим. О, зубная паста понадобится? Да, конечно же, бери. Так, все взял. Фу, блин, это была паста. Беги ко мне, зажигалка, зажигалка. А-а-а! Не надо меня бить! Помоги, Дима, забери у меня вещи, пожалуйста. Давай, вот. Бегу, 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 бегу. Не успел медик раньше меня. А, зажигалка, это не запрещенный предмет. Да, точно. Ты зачем меня пугаешь? Я сам себя испугал. Да, действительно, у меня ничего не забрали. И у меня появляется вторая зажигалка, чисто на всякий пожарный. Давайте короче, посмотрим, что отдыхай, находится в этих рабочих местах. Отдыхай пока в лазарете там. Я обыщу наш подкоп, найду нам оружие, которое у нас есть. Здесь нунчаки у нас. У меня, если что, три зажигалки, далее зубная паста и зубная щетка. Это понадобится? Чувак, надо найти только офицера с бирюзовым ключиком. Беги, пожалуйста, ко мне, я здесь все уже приготовил. Понял, понял, у меня расплавленный пластик. Я чисто на всякий пожарный создал, ну мало ли. Зачем, дурашка, это же запрещенный предмет. Давай сюда свои вещи. Пожалуйста! Это был запрещенный предмет! Это был Это карма, это просто... А, черт, и правда забрали! Не-не-не, это ты подстроился. Стоп, куда ты? Куда ты встал, Рома? У тебя мало хп. Лежи пока что на кроватке, а я перед тобой положу два оружия. Какое себе возьмешь, какое другу отдашь. Давай, кнут я забираю. Хорошо, что ты хочешь еще дать? Я тебе не хочу дать, мы бежим к себе в камеры, потому что там нет снайперов у нас. А, я вспомнил, нам надо сейчас избить офицера и получить бирюзовый ключ, но иди-ка сюда, а вот у этих же по два ключа. Ты так, понимаешь, о чем я? Я тебя понял, бери вот эти вот предметы, я нападаю, а ты, Рома, смотришь. Ты у нас наблюдатель в этом случае, нунчаки хороший предмет, поэтому я обалдеть. Ай-дай-дай-дай-дай, стой, стой, только не иди сюда, потому что второй надзиратель вижу, тоже идет. Вижу, все, я его отвлекаю на себя. А что мне делать, что мне делать? Пока что. У него нет бирюзового ключа, окей, я тогда, наверное, воруй форму, воруй. Форму своровал. Все, всё, я отлично. Взял. Красавчик, у него тоже... Я второго избил! Да я не могу, блин, потому что места нет. Ладно, я как-нибудь попробую. У него нет бирюзового ключа. Нет, только да два ладно. Красных. Все, окей. Да ладно. Забирай. Я на работу не пойду. Нет, нет, можете увольнять меня. Что забирать-то? Подожди, я сейчас еще одного изобью офицера. И у него бирюзовый ключ! А, фак! Но у меня ничего нет. Типа, у меня нет мастики. У тебя есть? Я же здесь все выбросил, по-моему, для этого. Вау, как много мастики, Димка, так-то окей, много. Окей, смотри, я сейчас обыскиваю столик, и здесь легкая лопата. Но я еще зажигалку нашел, это получается уже четвертая. Зачем мне столько? Короче, походу я забыл все вещи в столике. Давай отметимся на работе хотя бы, подожди. А тебя-то стреляют, ты не заметил? Все, хух, на работе я выбрасываю форму, вот здесь вот бросаю, и все, у нас будет побег в черной броне. Это идеально будет просто. Я с собой на всякий случай забрал. На работе я опять же не появляюсь, и мне дают ползвезды. Надо было уволиться с нее, точно. Тупанул немного. Сейчас я болею за продавца. О, господи. Продавец, давай, избей ее! Ну же! Ром, беги ко мне, я тебе сейчас даю тальк и зубная... Я у тебя как бы, алло. Вот он, это я. Привет. А подожди, у меня нет ни одной зубной пасты, кто-то у меня украл. У меня есть, у меня есть. Я нашел ее где-то на полу. Делаю кусок мастики.
Все, нормально, он у меня есть. Ага, вот здесь валяется тальк, ты его подбирай, он тоже нам потребуется. И зажигалки. Зажигалка есть, да, одна штука. Нормально? Одна. У меня тоже одна есть. Вот здесь валяются наши зубные щетки. Зубная паста нужна. Есть зубная паста, одна зубная паста. Да, я не могу, господи, я даже выйти не могу. Вот! Тюбик клея, это подойдет? Нет, нет, это не зубная паста, Рома. Тюбик клея это не зубная паста. Хорошо. Господи, обыскивай столики. Сейчас, подожди, я расплавленный пластик создаю, и у меня еще немножко места остается. Короче, я тебя понял. Нам нужна зажигалка. Но где ее найти? Что? У меня есть все зажигалки. Нам надо зубную пасту найти. Понял, зубная нужна зажигалка. Паста. Значит, ищем зажигалку. Нет, Рома, зубная паста. Зубная. Ну ладно, ладно. Я не знаю, попробую, конечно, у продавцов сейчас купить, но что-то мне подсказывает, что это проблематично. Эй, а где продавцы? Эй! Ладно, в душе встретимся. А, кстати, я прочитал комментарий к первой части, и там было написано то, что не обязательно идти в душ. Прямо сейчас пойдем за мной, я тебе кое-что покажу. Подожди, это очень странный комментарий, это какой-то лайфхак? Да-да-да, смотри, ты появляешься вот сюда, прижимаешься, и все, я в душе. Нет. Вот, вот сюда прижимайся. Нет. Ну давай уже. Та-да! А, да, реально, слушай, и все. Это очень странно. И заходить не надо, понимаешь, это очень Ром, просто. Ром, иди что? Ко мне, иди ко мне, так у тебя форма офицера есть, это же форма офицера, скорее всего. Ну да, получается. Броня. Обыщи, пожалуйста, опять столики офицеров. Ага, через металлоискатель пройти, да? У вот тебя есть какие-то запрещенные предметы? Вот держи, и так, погнали! Это легко проходим. Сейчас посмотрим, что в столе охранника, и я сам надеюсь, что будет какой-то ключ. Пожалуйста. Это не ключ, далеко не ключ. Ладно, зубная посмотрим здесь. Зубная паста, Рома, зубная паста, найди её. Красный пластиковый ключ. Ой-ой-ой, да ладно, да, все-таки они спавнятся, это кайфово. На физических упражнениях я, скорее всего, не появлюсь, а вот зубную пасту я поищу. Пожалуйста, ну давай хотя бы третий столик. Раз, два, три, не попалось. И еще раз, два, три, появилась зубная щетка, зажигалка и зажигалка. А, паста, не щетка нужна. Господи, же. Господи, Рома, ты меня пугаешь уже. Короче, раз ты не появишься на тренировке, то я пойду туда, накачаюсь и... Гребень. Зубная паста. Норм? Нет, не норм, зубная паста. Хорошо, зубная паста. Где бы взять зубную пасту? Ой, а может быть вот здесь? У меня же красный ключик, я могу теперь пройти. Другие столы охранника проверяем. И это... дубинка тоже, я так понимаю, не подойдет. Стол охранника второй в этой комнате. Проверяем. Легкий резак. Ну, вот это я на всякий пожарный даже возьму, и все. Пока я проверяю продавцов на тренировке, и знаешь, проблема в том, что продавцы любят драться, и сейчас все из них просто лежат на полу, и я ничего не могу купить. Ну да, а меня все еще не уволили, что за бред? Подожди, у нас еще одна работа. Где? Какая? Что? Работа, обычная работа, тебе надо идти на нее? Нет, в этом-то и суть, я почему-то должен постоянно идти на свою работу. Стоп! Так. Стоп, как я здесь появился? Как я сюда спустился? Что? Я просто так ходил и появился где-то в заднице. Ты можешь оттуда выбраться? Так. Я... Ром, мне страшно, господи, я сейчас попытаюсь перебежать к тебе. Подожди. Только не говори, что ты сейчас бежишь без меня. Ну, я тебе так скажу, я баг нашел. Суть в том, что здесь около гидроцикла есть стул. Если на него сесть и... чуть-чуть пройти в другую сторону, то ты пройдешь через фонарь. Попробуй, смотри! Подожди, а назад как? Точно так же. Смотри, бам! Ты уверен? Та-да! Изи! Подожди, нужен только бирюзовый ключик и все? Да, да! И вот получается, нам не понадобится зеленый, нам не понадобится красный. Кстати, насчет красных, сейчас мы посмотрим вот здесь. Пожалуйста, дайте эту гребаную зубную щетку. Ой-ой-ой, меня уже избивают здесь. И в смысле не щетку, что там понадобится, я забыл, напомни. Зубная паста. А, да-да, зубная паста, я так и сказал. На ужине я не появлюсь, сорян, у меня тут поиски. Еще я красный пластиковый ключ. Я случайно избил офицера, и у него бирюзовый ключик. Серьезно? Да, но обычный бирюзовый ключик, не слепок. А мы можем попробовать его принести и сбежать резко. Подожди, ну нам потребуется два тогда ключа, нам нужен хоть один слепок. А, ну у меня есть. Слушай, давай реально попробуем, это будет очень сложно. Нам потребуется фулл хп, аптечки, куча оружия. Прочно идти. Просто ударь его и приведи к нам, что сложного? Хорошо, ты, у тебя ключ уже сам есть, да? Нет, у меня кусок мастики. Тогда я тебе принесу сейчас жидкий пластик, так? Ну да, все, давай неси. Я смотрю, тут очень много столов, просто капец как дофига. И подожди. Походу, у меня хорошие новости. Что такое? Ну-ка. Блин, мне показалось то, что я дерево смогу брать в неограниченном количестве. Но дерево там не нужно. Я захватил расплавленный пластик, взял оружие, взял форму. Собачки. Осторожно, чувак, ходят собачки. Я понимаю, так, окей. Чувак, но подожди, здесь же металлоискатель.
Какой? Где? А, да, я понял. Ну тогда мы не пройдем. То есть нам понадобится нет, еще нет, и изолента, ты да? Меня просто... Мы в прошлой серии купили это все. Так, а где это? Я купил, в подкопе лежит. Я специально для нас купил две сумочки для контрабанды. Они вот... Вот здесь, все, я взял, все хорошо, окей, я уже испугался. А я пока обыскиваю другие столы, чтоб ты понимал, здесь их настолько дофига, что просто капец как много. Типа, я обыскал, наверное, столов 10 уже, и это даже не конец. О, рулон фольги, изолента. Хорошо, я могу сделать хорошо. крепкую, прямо сейчас могу сделать, чувак. Что крепкую? А, как она там называется? Контрабандная сумка, точно. Все, у меня появляется. Контрабандная сумка, я тебя понял. Я случайно показался на камере, за мной два офицера гонятся. Рома, мне нужна твоя помощь. Да-да-да, конечно, Дима. Бирюзовый ключик, чувак, Бегу. Бирюзовый ключ. Чувак, у него еще аптечки. Да что ж ты меня постоянно чуваком называешь? Какой же я тебе чувак? Достаточно просто, Рома. И все. Роман. Я беру, я слепливаю. И теперь остается только... Дайте мне выкинь, пластик. Выкинь ключ. Пластик, да? На, держи и выкидывай ключик. И все, и погнали. Зачем? Ну, а я-то как сбегу, мне ключик настоящий нужен. Отдай мне ключик. Не возвращай ему ключик, мы сейчас бежим. А, все, я понял, да. Забирай. Держи. Все. Теперь я сейчас, подожди, соединяю. Ты понимаешь, что происходит? Сейчас его донесут до своего места, сейчас он проснется, сейчас он поймет то, что у него нет ключа. Изоляция. У нас очень мало времени на побег, чувак. Да какой же я тебе чувак? Не знаю ничего, Рома, здесь офицеры. Беги! Стоп, меня они смогут тебя избить? Ну-ка. Не знаю. Хух, я могу нажать кнопку бежать. Это было охрененно. Это просто, ты понимаешь, что секунда осталась до изоляции? Чё, почему у тебя 3 медали? А класс, А ранг. Мы сбежали, мы молодцы, мы крутые. Две самое серии главное, на карту. Что на самом деле можно сбежать на гидроцикле вдвоем. Я был да, прав. На этой карте можно. И, блин, ну что получается, это была самая короткая серия по The Escapist'у. Ребят, спасибо огромное за просмотр, надеюсь, вам понравилось. И если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами были Лололошка и Диманчик. Всем удачи, всем пока!